Добрый день, дорогие друзья, с вами Ольга Корчумкина. Сегодня я хочу ответить на такой вопрос, который интересует большое количество людей, которые развивают свой бизнес. Это как сделать так, чтобы люди приходили к вам в бизнес, как сделать так, чтобы легко регистрировать людей в свой бизнес, и чтобы еще лучше люди, которые приходили к вам в команду, получали классные результаты. Итак, для того, чтобы люди приходили к вам в бизнес, я хочу порекомендовать интересоваться людьми искренне. Это золотое правило, которое поможет вам сделать так, чтобы люди приходили к вам в команду. Когда у вас не будет долларов в глазах, когда вы не будете людям просто продавать, а когда вы будете искренне интересоваться людьми, спрашивать у них, что им действительно интересно, что они хотят получить, что они хотят изменить в своей жизни, искренне интересоваться людьми, вы увидите, насколько человек будет также открыто относиться к вам. Пока человек не понял, что он вам не безразличен, ему абсолютно все равно, какую вы презентацию ему проводите, что вы ему рассказываете. Как только он понял, что вы ему искренне хотите помочь, он открывается как бутон, и вы уже можете проводить ему презентацию. Поэтому золотое правило – это интересуйтесь людьми искренне. Второе правило – это подружиться. Сейчас мы находимся в Тунисе, в Африке, и я наблюдаю такую картину, когда по пляжу проходят местные продавцы, так сказать, да, они предлагают различные сувениры, парео там и так далее, средства, да, местного творчества, можно так сказать. Так вот, что я заметила. Каждый день, каждое утро вот эти продавцы проходят мимо и абсолютно со всеми здороваются. Причем они здороваются на разных языках. Они знают, как доброе утро на немецком языке, на русском, на английском и на французском, ну плюс на местном, на арабском. То есть на нескольких языках человек уже располагает в себе. В первый день он идет, говорит «Russia» либо «Украина», «English» и узнает, на каком языке ты разговариваешь. Говорит тебе привет. На следующий день он опять мимо проходит и говорит привет, в это время проносит мимо какие-то свои сувениры и так далее. Итак, второй, третий день вы уже привыкаете к этому человеку и даже просто по-дружески уже готовы у него что-то купить. То же самое и в бизнес. С человеком нужно подружиться, интересоваться человеком искренне и стать ему как можно другом, как можно быстрее другом, чтобы вам было друг с другом комфортно. Потому что дальше вы создаете долгосрочный бизнес, вы не просто занимаетесь переписью населения, подписали человека и забыли. Поэтому искренне интересуемся людьми и дружим с человеком. И ответ на вопрос, как сделать так, чтобы те люди, которые пришли к вам в бизнес, чтобы они получали результат. Это очень важный момент. Все, что мы можем сделать, это дать человеку четкую пошаговую инструкцию, которая приведет его к результату. И после этого мы не можем заставить человека, чтобы он это делал. Мы можем только показать, есть конкретная система, есть четкие пошаговые шаги. В нашем случае это система C4, это 5 правил, выполняя которые человек будет получать, соответственно, результаты. Вы договариваетесь с человеком, что он будет выполнять эту систему. Если человек этих действий не выполняет, соответственно, вы не можете быть ответственны за его результат. Что вы можете сделать? Вы можете продолжать действовать по этой системе, чтобы в любой момент сказать, смотри, друг, я работаю по этой системе, у меня есть результат. Если ты будешь делать то же самое, у тебя будут также идти результаты. Только может немножко быть отклонение по времени, потому что у каждого своя подготовка, свой уровень личностного роста и так далее. Поэтому все, что нужно сделать, чтобы люди получали результат, которые пришли к вам в бизнес, это дать четкую пошаговую систему, показать, что должен делать человек и продолжать действовать по этой системе самостоятельно, чтобы люди не говорили, что вы делаете совсем другое, а им говорите действовать по другой системе. Вот это, можно сказать так, три пункта, три фишки, которые помогут вам. Во-первых, включать людей в бизнес легко и просто, интересуйтесь искренне людьми, дружите с людьми и дайте четкую пошаговую систему, которую вы лично проверили, либо проверили ваши наставники, ваши спонсоры в этом бизнесе. Надеюсь, информация для вас была полезна, на 100% практическая, работаю так по ней я, работают люди в нашей команде, получают отличные результаты. Применяйте и новых вам вершин в вашем бизнесе.